сказано, что гробница скрыта в скалах над одним из забытых городов. В легенде упоминается оазис, в котором был похоронен пророк. Тут что-то есть. Неужели добралась? Это какая-то мелька. Византийское письмо, но разобрать не получается. Вот пророк разговаривает с чужеземной армией. Он убедил их сложить оружие. Таковы чудеса пророка из Константинополя, бесчестно убитого орденом Троицы. Здесь он исцеляет людей. В отцовских записях это упоминается. Он провел своих учеников через пустыню к оазису. Потайной вход. Потрясающе. Вот бы папа видел. Попасть внутрь. Орден Троицы неумолимо преследовал пророка и его учеников, пока не настигли их в укромном оазисе. Черт, чтоб тебе!
Тут была битва. Вооруженные солдаты против пилигримов. Орден Троицы. Пророк убит Орденом Троицы. Ha ha ha!